Полиция не нашла нарушений в действиях учительницы из Ачинска, которая якобы заставила девочку ходить по школе босиком. Конфликт разгорелся в конце ноября, когда ученице 4 класса весь день пришлось проходить без обуви. Сделать это, по словам школьницы, ее заставила классный руководитель из-за отсутствия сменки. После инцидента полиция, прокуратура и местное управление образования начали проверку. Однако по ее результатам выяснилось, что версия школьницы не соответствует действительности. Как сообщили в Краевом министерстве образования, учительница позже вернула девочку в класс обуться. Это подтвердили записи с камер видеонаблюдения. Инспекторами подразделения по делам несовершеннолетних всесторонне была изучена ситуация, сложившаяся в одной из школ города. Опрошены мама подростка, классная руководительница, а также одноклассники героини журналистского материала. В действиях учительницы состава административного правонарушения или преступления не установлено.